Приветствую вас, дорогие друзья, на моем канале, с вами Марс. Мы продолжаем проходить глобальную конверсию к Скайриму под названием Эндерал. Прошлая серия получилась короткая. Получите награду. Мне отдали описанную награду. На доске доступны новые задания. Давайте-ка еще возьмем какое-то задание. И может быть похерачим еще куда. Да, искать. 200. Ну, давай. Беглого тролля будем хуячить. Какой-то не очень у тебя голос на самом-то деле. Они все в речном живут, я смотрю. Ну и, кстати, посмотрел, как работает эта стойка, собственно. Вот она. В дебафах она отображается вот так вот. То есть повышает скорость на 1%. Я кого-то прорубил. Голубь. Бля, прости. Ну фиг знает. Не особо чувствуется, что увеличилась скорость. Хотя да. Если просто одним мечом махать, то да, получше. Попробую перейти все-таки на дуальную. Но по оружию в каждой руке, вернее. Ух ты. А чё это такое? Ах, да, точно, я ведь... Я ведь устанавливал мод, секундочку. Нет, ты по-прежнему не работает. Досадно, на самом деле. Ведь мод на быстрое перемещение я установил. Почему он, вернее, не работает, я не понимаю. Ну, ладно. Чё, так и быть. Двинули дальше. Ты кто? Чё, мозгов совсем нету, да? Это я поднял еще уровень сложности. Адепт там вообще какой-то конченый. Давайте заберем детали. Я до сих пор, кстати, кузнеца не нашел, и это не есть хорошо. Я вижу тролля. Наверное, стоит начать все-таки с лука. Нет, стоит начать с бафа, пожалуй. Да, блядь, не та кнопка. Давай, я здесь. Где он? Шторм у меня стоит. Временного усиления мне должно хватить.
Ну да. Критическое попадание даже. Жалко, что дебаф, вернее, баф не отображается. А вот теперь отображается. Ну ладно. Но это был, судя по всему, не тот тролль, которого я ищу. Давайте что-нибудь поедим. Это все на запас сил. Это мана. Испорченный сыр. Урон от яда. Кайф. Давайте картохи съедим. А я тут был вроде. Да-да-да, я вот туда не захотел идти. Давайте пройдемся. Что у нас здесь? Коровки. Еще какой-то коллектаблс. Ну, коровок убивать понту нет. Вы этого не видели. Так. Но судя по тому, что я проходил по этим местам, и враги не заспавнились, тут время спавна больше, чем в оригинальном Скайриме. Потому что уже прошло более 2 суток. А врагов по-прежнему нет. Ага, я немножко не с той стороны захожу, ну ладно. Пойдет. А вот, смотрите, вход в шахту. Светится так. Надо обновить баф. Сохраниться, ну и пойдем внутрь. Где он? Кстати, а что у меня с ножом? Он разрядился, типа? А нет, он не разрядился. Вот я купил нож тому у чувачка, у кожевника, который увеличивает шанс крита. Такой, ну, похожий нож, похожее зачарование, вернее, было в этом, в оригинальном Скайриме. Правда, нож был другой. Но это, по-моему, превосходно. Но я так и не понял, почему не работает быстрое перемещение. Вроде все установил как надо. К сожалению, менеджера модов нету. Он работает через очко, а тут еще один.
Был. Длинный охотничий лук. Ну, подсвечник надо забрать, я все равно сейчас иду в город. Небрежно написанная записка. Я оставил вам, бедным ребятам из шахты, небольшое укрепление в случае, если ночи вновь будут суровыми и длинными. Используйте его с умом. Что бы это значило? Ой. Наверное, он об этом месте. Чтобы тут можно было укрыться и все дела. Там есть какой-то проход. Надо его исследовать. Сейв. Я опять слышу тролля. Хорошо, что по урне не попал. Пиздец бы мне пришел. Жир тролля. Ну это определенно шахты, но какие-то уж они больно заброшенные. Видимо, давно в них уже никто не работает. И основной причиной могут быть все-таки тролли. Почему они так светятся? Одеяние защиты. Давайте железо добудем, почему нет? Раз уже в шахту зашел. Я таки, кстати, кузницы не нашел. Ну ничего, я еще эту работу сдам и, наверное, пойдем в арк или даже квест. А, точно, я же main квест хотел сдать. Уничтожьте вожака троллей. То есть это не все. Что за кристаллы? Сейф. Вот это вот вожак троллей, видимо, да? Ну тогда давайте я отойду. Обновлю баф. Нет, тролль вполне обычный. К вожаку, значит, мы пока не подошли. Сейф. Кошель с монетами. У него даже имя было, смотрите. Маг-маг. Маг-маг, блядь. Прикольный был чувак. Недолго прожил, правда. Ну, стандартные повторяющиеся квесты из Скайрима.
на зачистку логова бандитов, тут, видимо, вот они реализованы так, в таком плане. Ну, окей, буду знать. Я там ничего не пропустил. У Магмага сокровищ не было. Да бля, вроде не было. Ладно, пойдем. Сдавать этот квест. И, пожалуй, надо добираться к мейну. Да, вот и шахта, в которой мы были. То есть, в принципе, я мог сюда зайти и вырезать тех троллей. Ну, я бы тут пиздов схватил. Откровенно говоря. Вот это вот main quest. Куда нас ведет main quest? В принципе, да, в принципе, все по пути. Я вот просто хожу и наслаждаюсь. Прекрасная музыка, прекрасные декорации. Блин, все здорово. Даже комментировать нечего. Вот музыка действительно написана хорошая, расслабляющая. Если бы я не играл это в 6 утра, в 6:30, мне бы хотелось спать. Не понял. Так я ж был в этом доме. Я ж пропустил что-то? А вот это уже странно. Я же вроде был в этом доме. Подвал. Ух ты. Ёб твою мать. Я слышу разбойников. Растяжки. Да вы прикалываетесь, что ли? Тут полно ловушек. Давайте сделаем сейв. Да ёб твою мать. Now a good pipe. Well, if it isn't my new friend. Any luck? Здорово. На, вот вначале держи письма. Interesting. I didn't know about his companion's fate, to be honest. Hmm. Irony of fate, isn't it? Murdered by those you wanted to help. But the Order will definitely be interested in these letters. Well done. That just leaves the old man in the village. Ну и вот, держи историю. Well, well. That's interesting. Good work. That should be all we need, then. Splendid. Ну что, нашел что-нибудь? I did. And now I finally know what to make of it. Come, follow me. Ну ладно. Давайте что-то сожрём. Пускай восстанавливает. Почему нет?
И надо сделать сейф. А то мне этот братан не нравится. Террасе, подвал. I present a star people's lock. And I bet my buttocks will find another answer behind that door over there. То есть я понял, это какая-то загадка. Doesn't surprise me. This kind of lock is usually only found in treasuries or castles. But they can be picked. So that's gonna be quite the challenge without the bolts. Normally, yeah. It's quite simple, actually. Every keyhole has a matching bolt that latches into place once you insert it. And once all the keyholes, five in our case, are latched, the door the lock protects opens up. If you don't have the matching bolts, however, you should prepare yourself for the most frustrating break-in of your life. That is, if you don't happen to be Jaspar. Who knows a little trick? И что за хитрость? You can use wooden sticks instead of bolts. They'll break a couple of seconds after you put them inside the lock, but if you manage to get all five sticks into place before the first one breaks, you can basically trick the mechanism. It's all about speed, in other words. So I'd say you do the running, and I'll wait near the pressure plate. You ready? Ну ладно, давай попробуем. Splendid. Here are the sticks. All right, go! Ну давай, надо втыкнуть все палочки. Вроде все. Не сработало? Так подожди, три ведь. А, нет, четыре, смотри. И тут еще две. Ну давай еще разочек. Damn, that was too slow. We'll try it again. Ну как ты себе это представляешь? Ну мне просто интересно. Damn, that was too slow. We'll try it again. Damn, that was too slow. We'll try it again. Ну сейчас все палочки вернутся. Давай сделаем сейф. Да ладно тебе. Пипец. Снаряжение и броня замедляет вас. Мне уже дают подсказку на самом деле. Ладно, будем пробовать. Включусь, когда получится. Really good at this. Отлично. Let's take a look and see what the old magister didn't want anyone to see, shall we? Надо было не очень сложно, просто надо было начинать отсчет сверху и заканчивать двумя последними внизу. А так, да, действительно, ничего сложного. Так, верни мне мое оружие. Отлично. Потопали. Сейф. Не, это все было в подвале дома какого-то. Ой, ладно, не важно. Ёб твою мать, элементаль. Что делать? Кинжал. Бежим. Oh, I
fire elemental. Not a weak one. Ну да. This Yarrow knew about magic, that's for sure. That leaves us with the question of what exactly this is supposed to be. Похоже на труп. Но чей? I suppose that's his companion. Though it's interesting that he was already on the wrong side of the law way before his rampage. Приступал закон? Почему? Well, burials are considered heathen here in Enderal, and have been forbidden for about 300 years now. Here, corpses are always cremated. The whole thing's called the last journey. The deceased is taken to a place he or she considered special during his or her life, immediately after dying. That's the only way the soul can move on to the eternal paths. Sounds very poetic, but I'm pretty sure the only reason the Order introduced the law was to prevent plagues. Plus, they might have noticed that too many lost ones running around on trade routes aren't that much fun for wanderers and traveling merchants. Значит, хоронить подобным образом — это преступление. Yeah, but of course that only goes for the little man. The rich and powerful still tend to their family crypts. And there are still plenty of old vaults around from the time before this whole last journey thing was begun. And it's good that way. What would life as a treasure hunter be like without the notorious noble looking for family jewels in a century-old grave? Ну и что теперь? Let's take a look around and see if we find anything. Огненный элементаль. Памятная книга Яро. What's that? Потом прочитаю. A tragic ending for a tragic personality, I'd say. Well, I think that should suffice. Ну что ты думаешь обо всем этом? Well, what should I think about it? Yara was a self-righteous fool, just like all these do-gooders are. They celebrate themselves as great messiahs as long as everything goes well, but once they fail, it's the bad, bad world that's responsible for it. The wise hermit has a good saying for that. People are only idealists until it starts to hurt. He and his lady should have simply stayed in Riverville. Наверное, в этом есть смысл. Glad to see it that way. Ну что теперь, отправляемся в Арк? Yeah, we are. Here, I've got two teleport scrolls that can take us right back to Riverville. Just meet me in the tavern once you're ready to go. I have some stuff to take care of, so there's no need to hurry. Farewell. Нихера себе. Ну ладно, чё. Сейф. Давайте-ка юзнём свиток телепортации. Почему нет? Куда он сказал в речное? Но он в речное выдал, на самом-то деле. Хочет, чтобы мы пешком и шли. Встретиться в речном, да-да-да. Ну что ж, отлично. Ну, телепортация прошла успешно. По крайней мере, я цел. Сейф. Отлично, я получил награду. Место у меня в инвентаре все еще пока есть. Продавать не очень много у меня есть всякого. Ну ладно. Чё ещё хотел-то? А, ну да. Очков воспоминаний нет.
крафтинга, обучения. То есть левел я не апал. Ну ладно, чё. Давайте найдем нашего спутника и будем отправляться в Арк. Арк, я так понял, это самый большой город в округе. What do you want? Shivering hands and delirious eyes. Now, if it isn't my new pal, how about a sip of wine? Давай. Here you go. So, are you ready for our little journey? It seems that Riverville's Myrid's injured, so we'll have to go by foot. Что такое Мират? Oh, right. You wouldn't know that since you're Naramese. Myrids are giant flying creatures. Quite nasty when wild, and quite useful when tamed. You can find Myrid towers all over Enderal. And for a small fee, the keepers and their Myrids can take you from point A to B in no time. But, as I said, Riverville's Myrid's injured, so we'll have to walk. Я понял. Пойдем. Let's wait until nightfall, though. That way, it's less likely we'll run into an ambush in the pass. One more thing. Up to now, you've seemed more like the close combat type to me. In battle, I mean. Am I right? Да, так и есть. I knew it. I'm asking because I was in the market just now, stocking up on provisions, and I got myself some new reading material. Here, I think you might find this useful. Ого, сколько книг-то надавали. В Эндерале ваши боевые навыки улучшаются только с помощью учебников. Их можно найти и приобрести у торговцев. При использовании они потребляют очки обучения. В дальнейшем вам нужен более высокий уровень навыка, поэтому вам стоит хранить найденные учебники. Книги ремесленников дают то же самое, хотя они поднимают только не боевые навыки. При использовании они потребляют... одно очко крафтинга вместо очков обучения, а также эти книги значительно дешевле. Что это за книги? The Arizalian in My Bed, Sensual Confessions of a Vagabond Lady, Volumes 1 and 2. You know, for the lonely nights. Спасибо. Learning books from arcanists or master fencers, depending on what you read. You know how to fight, but if you want to get better, you have to enjoy reading these once in a while. Спасибо. You're welcome. Then off we go, I'd say. You go on ahead. Just take the route leading north out of Riverville. It'll lead us straight to the mountain pass. Другой персонаж стал вашим компаньоном до тех пор, пока вы следуете пути. Джаспер будет следовать за вами. Если вы оставите этот путь, вам не нужно возвращаться назад к Джасперу, просто обратите на уведомление Джаспер, но следует за вами. Через некоторое мгновение он вернется к вам. А если нет, он появится, когда вы окажетесь в квартале чужеземцев в Арке. Отлично. Потопали. Ух ты, ух ты, ух ты. Ночь. Какая прелесть. Давай посмотрим, что за учебники он нам понавыдавал. Одноручному оружию. То есть это я уже заюзать не могу. Ну давайте одну тяжелую броню сожрем, все равно у меня там немерено их. И к защите. Учебник на одно воспоминание. Ну и раз я уже сожрал одно воспоминание, то давайте сразу и прокачаюсь. Джаспер будет ждать вас. Ну, хорошо. Пускай ждет. Стойка у меня уже открыта. Так. Увеличить шанс крита на
40% при прокачке на 2. По защищенному врагу еще на 15%. Атаки с двумя одноручными оружиями на 15% быстрее. Ну то, что они быстрее, это, конечно, прекрасно, но я, пожалуй, возьму крит на 20% в чистом виде. Это мне нужнее будет. Ну и все, пожалуй. Отправляться, конечно, на ночь глядя, это дебильная затея во всех смыслах, но я чувствую в себе мощь, знаете ли. Что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр, с вами был Марс. До новых видео, всем пока!